Мои даже правнучки две. Они сейчас ходят на китайское в вот это. Да, ну вот показа. Я уже вас снимаю. Вот, мы вот показываем, как нужно утро проводить, утренние гимнастики. О, даже висит. Ой, как прекрасно. Браво, браво. Сколько вам лет, тетя? Угадайте, сколько. Ну, 75. 87. 87, браво. Как вас зовут? Как вас зовут? Я с Орехова родилась в Белоруссии. Родилась под Копною, в степу. Ага. Звали Нина, а потом через год, 23 февраля, записали Маша. Отца была сестра. Значит, у вас два имени. Какое вам больше нравится? То, что по паспорту. Ну, не имеет значения. Какое вы назовете, такое и ваше. Может быть, вам Нина больше нравится? Будет Нина. Нина. Все, значит, вы Нина. Все, да. Спасибо, Нина. Здоровья вам. Спасибо. И моему папе тоже 87. И он, вот я ему пришлю это видео, он тоже на турник ходит. Да. Все.